Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами, кто вы думаете? Конечно же, Гремлин Серж. У него поздняя ночь, и он чертовски сильно хочет спать. Но он записывает для вас Final Fantasy 4. И мы отправляемся в Байрон. Красть летучий корабль! Трын-трын! Ну ладно, поехали! Некогда разговаривать, нужно двигаться по сюжету. А то его и так очень и очень много. А мы, кажется, в это место заскакивали, да? Да, мы с вами заходили в это место и не знали, что он дает. Что случилось с королем? Он изменился. Он обвинил Сида в измене и арестовал. Это учебный класс, где будущие воины постигают искусство выживания. Внимательно слушайте инструкции или ваша... Так, воины не все понимают, да, кто к ним пришел. Король посылает нам тяжкие времена. Прежде он никогда не был таким. Так, давайте заглянем. Закрыто. Я скучаю по темному рыцарю. Он нравился мне. Мне он тоже нравился. Как минимум, он мне нравился больше, чем паладины. Темные рыцари. Это дверь в доме на западе города. Это тоннель к замку Барон. Ну, окей. Я не хочу в школу. Я не для этого 6 лет в университете учился, чтобы вернуться в школу. Но да ладно. Это все мелочи. Так, вот это вот отсюда мы вышли с вами. А это у нас закрыто для нас. Зачем я эти кустарники обходил? А потому что я упоротый. Так вы живы? Папы не было дома уже очень давно. Как мне попасть в замок? Через... не через город, да, как я могу понять? Школяр! Свали! Господи, какие же вы надоедливые ребята. Король не разрешает нам больше танцевать. Разве это не грустно? Это грустно, девочка моя. Это очень и очень грустно. Но, ладно. Все, мы это... Школяр! Я хоть и паладин, но если надо, я тебе вмажу. Господи, какие же надоедливые NPC. Куда это вы? Чё, меня не пускают, да? Не хотят пустить меня. Окей, предположим. Тогда я немного не понимаю, куда мне. Это мы обратно вернемся сейчас в Мусидию. Самое на время налить кофе. И обратно. Мой великий термос. Когда же ты... А, ты уже закончился, да? Печально.
Ну ладно, ищем вход в Мусидию. Так, там закрыто. Это торговец. Наверху... Наверху домик, в котором нет ничего. Горячо, говорит. Ну, окей, говорит и говорит. Значит, не сюда. Торговец закрыт. В школе тоже ничего нету. Роза побежала вслед за вами. Где она теперь? Лучше вам не знать, бабулька. Лучше вам не знать. Ну, тоже не думаю же, что здесь. Где это здание с туннелем? Пошлите опять к той бабушке. Это дверь в доме на западе города. Это тоннель к замку Барон. Запад. Запад. А кто мне ее откроет? Кто ее мне откроет? Пожалуйста. Плиз. Мой папа говорит, что солдаты распугали всех наших клиентов. Принеси мне закуски. Кто вы? Будто Сид взят под стражу за закрытие последнего корабля. Последний кораблик он-то спрятал, умничка-то наш. Окейюшки. Ладушки. Но это мне все равно не помогает. Запад города, север, юг, зад... Да, запад здесь, но здесь нету... Дверь в туннель. Понятно. Понятно. Чё я творю? Ладно, я пойду в школу, ладно. Так уж и быть. Нету дверей с туннелями. С кем мне поговорить, чтобы мне открыли дверь? Плиз. Ладно. Утро вечером мудренее. И мы спокойно можем с вами лечь поспать и с трезвой головой пойти разбираться, что да как там. Ладно, давайте разбираться. Есть дом вот здесь, вот. Но здесь только одна женщина. И все. Никаких дверей. Ничего. Нету дверей. Окей. Есть колодец. Но в колодец нам нельзя. Этот говорит, что тяжкие времена их ждут.
Это говорит, что случилось с королем. Учителя карате. Здесь закрыто. Ну не хочу я в школу, пожалуйста, нет. Там мы в отеле все изучили. Это матушка Розы. Я не знаю, тут одна дверь, и что с ней делать, я не понимаю. Абсолютно не понимаю я. Мне сказали, что я могу включать и все вот это вот сортировать самостоятельно. Но это же скучно. Разве... А, это лечение 2. Все, понял. Но это же скучно. Сортировать автоматически. Это неправильно, если я бы даже так сказал. Но то, что я там посортировал, все равно не дает мне возможности попасть в город. Но я не знаю, я правда не знаю, что мне делать. У нас несколько гальских, так что давайте вот так вот. Так, морковки не продаем. Лечение, кожаные, гальское. Гальский. Так, все это понятно. За 100. Я не понимаю ничего. Я зашел в тупик. Сейчас, если я вообще ничего не придумаю, придется отключаться и разбираться, что да как. Потому что не дело это совсем. Абсолютно не дело. Эта дверь в доме на западе города. Это тоннель к замку Барон. Но где эта дверь? Где? Где этот запад города? Я все двери поискал. Нигде нету дверей. Это тот же самый город, по-любому. Да, это тот же самый город. Ладно, идем в школу. Ну и в школе мы все смотрели, изучали. Я не понимаю. Ладно, ладно, ладно. Отключаюсь. Вот я дятел. Самое главное, что отметил интересный этот момент, но не придал ему никакого значения. А оказывается, он очень важный. Мы-то вот видим одного парня сверху, и мне сразу показалось, что типа из того города каратистов у нас сидит парень, и я подумал, что он обычный. Но нет, это Янг. Янг? Это же я, Сережа, я стал паладином. Взять их! Да, сир! Давай. Ладно, Янг, это я. Я в курсе. Если что, у него амнезия, если вы не поняли. Какой же он жирный!
Ладно, ты нарываешься, да? А, ладно, только троечка есть. Время только потерял. Чё я делаю? Ну ладно, мы победили. Сережа, что со мной? Последнее, что я помню, это атака Левиафана. Что было со мной дальше, я не знаю. Кажется, что ты был на службе барона во время своей амнезии. Мне жаль. Где Руди и Эдвард? Руди, Левиафан поглотил ее. Что стало с Эдвардом, я не знаю. Печально. Да ладно, мы по-любому спасем Руди. Где я? Мы в Бароне. Тише, нас могут услышать. Поговорим в другом месте. Янг вступил в отряд. Усталые гвардейцы. Замечательно, в моей гостинице как раз есть свободные номера. Отлично. Кто этот господин? Телах, мудрец и отец Анны. Эдвард и Анна так горячо любили друг друга. Наверное, они уже вместе. В мире ином. Мне жаль твою дочь. Я учитель карате из Фабула. Я гений, мы сиди и палом. Пожалуйста, не возражайте ему. Я его сестра-близнец паром. Парень, ты наставил нам кучу синяков. Прекрати, палом. Мне стыдно. Так или иначе, мы должны спасти Сида. Но попасть в замок барон нелегко. Что это? Это ключ барона. Он открывает нам проход, ведущий в замок. Получен ключ барона. И все равно мы все спали в одной кровати. Как же это прекрасно. Ох уж эти фэнтезийные путешественники. Завидую им. Ладно. Нам нужно вон в ту маленькую дверку. В стене. Открыто. А я так и знал. 100 голда, знаете, на дороге. Нет, я не знал, признаюсь честно. Но я должен был выпендриться. Ой. Опять каналы. Крокодилы. Чё-то у Янга пинок так себе. Ну, окей. Окей, конечно же, я рад. Я ж обожаю часто сражаться. Мое любимое занятие — через каждые два шага сражаться. По-любому, сейчас при штурме барона мы потеряем Телаха. Вот я вот в этом, мать его, уверен. Просто уверен.
Потому что не может быть так, чтобы в начале игры, а условно говоря, мы в начале игры с вами, нам дали такого читерного сильного персонажа. Окей, неплохо полутались. Ладно, ради этого я готов. Лах, ты бесполезен. Ладно, он не бесполезен, шучу, но я так хотел, чтобы он... А зачем? У меня только лечилок, вот пускай паром и жрет их. Я хочу увидеть Гром 3 просто. Я даже подожду... Да. О боже мой! Мы 1500 ур... И это... Извините, пожалуйста, сука жива? После 1500 урона, вы хотите мне сказать? Чё это за угорь такой? А, он электрический, вот поэтому... Ой, я его на 1500 вылечил. А это думаю... Чё за цифры? Так. Бей, конечно. Ладно, спасибо вам, палам и парам, за то, что вы не позволили нашему телаху потратить лишнюю манну из-за того, что я случайным образом оттыкнул на одного персонажа, а не на всех, а то это было бы очень глупо третьим льдом вот так вот их гасить. Так... Давайте, бейте крокодилов по роже. Фух. Уровень 3, то есть это еще не все, да? Хотите мне сказать?
500 голды. Как долго вас не было, ребят? Я прям скучал. А давайте просто от скуки. Что это сейчас со мной было? Прошу прощения, но почему меня подкинуло так вверх? Ну пойдет. Лабиринты, лабиринты. Гидры! У них головы расти будут или нет? Как быстро они среагировали. Так, это выход, а я еще в ту сторону не ходил. Так что, конечно же, мы сейчас пофармим все случайных атак. Мы же любим случайные атаки. Да. Ну ладно, это сейчас было весьма щадяще. Как я понял, двое, именно вот эта способность двое, она позволяет, не тратит ману, поэтому мы ей можем пользоваться всегда, и поэтому эти ребята весьма неплохие. Жалко, что мы их скоро по-любому потеряем. Вот прям я чувствую, что в итоге мы опять останемся у разбитого корыта без магов. Так, туда мы не поднимемся. Все ясно. Вот эту херовину ударь, пожалуйста. И ты эту херовину бей, она страшная. И по-любому это делали не рыбки. Где твое гребаное ли... А, у тебя манны нету. Да, вероятнее все-таки двое тратят ману. Да, я понял вас. Это очень и очень плохо на самом деле. We'll be right back.
А, вот что делает наш Сережа. Он берет удары на себя иногда. Но ты все равно не заслуживаешь моего уважения, паладин. Да доколупайте вы эту змею, Господь, пожалуйста. Третий маг полет. Мы уже лечение 2 выучили, ничего себе. Так, ладно, не двигаемся пока что. Так, вещи. Жизнь в телах. Вещи. Эфир в телах. Магия в телах. А, зачем мне жизнь 2? Жизнь 1 паром. И жизнь 1 паром. Почему я их не знаю паром? Потому что он пором. И все. И теперь мы берем, жрем наши лечилки в большом количестве. Их слишком уж что-то много завалялось нас, но на самом деле что-то нет. Так, ладно, давайте у нас Янг сожрет. Вот. Ну и пойдет. Хотя я не знаю, зачем мне палом и паром без магии. Ладно, давайте хотя бы одному скормим. Может быть, хотя бы это позволит создавать заклинание двое. Опять... Это гадость. Ой, я телаха не вылечил. Господи, какой же я дурак. Свет. Лечение 3 на себя. Не бейте телаха, пожалуйста. Я, конечно же, сейчас слишком шиканул в плане лечения 3 на телаха. Ну да ладно, я тестирую, я пробую, узнаю возможности гребаных заклинаний. Пока у меня еще есть эти возможности. Нет, нужна манна у обоих. Да, я заколдовал, господи. Чего ж вы его так бьете-то постоянно? Один шаг! Понимаете, всего лишь один шаг я сделал. Всего лишь один маленький гребаный шаг.
себя же и лечи, пожалуйста. Ладно, пором мне сейчас и не нужен, потому что без манны он бессмысленный. На что я надеялся, атакуя огнем водного червя? Я уже не соображаю. Господи, какой же я упоротый. Ну тут понимаете, в чем вся фишка? Электрические угри и водные змеи. Я не знаю, как они так здесь совпали, но вот так вот. И в итоге бью я льдом. А, лечится червь. Бью я электричеством. Лечится угри. Ковыряйте его уже быстрее, ребят. Да чё не так? Ура! Выпустите меня без битвы, пожалуйста. Ладно, придется жрать лечилки опять. Вот и закончились лечилки, понимаете? Вот и все. Вот и закончились лечилки. Два водных червя. Зачем гром 2? Маг эпично добил. Стоять! Я видел там стеночку. Эфирчик, неплохо так. А чё гвардеец делает с гидрами, скажите мне, пожалуйста, на милость.
На самом деле это не смешно. Почему у меня Сережа не сражается? Ха-ха-ха. Так, кстати. Просто почему-то Янг начал мазать. Мне это не нравится. У нас последние две лечилки остались. Ну уж нет, эликсир я приберегу. Я не думал, что они у меня так быстро закончатся. Но, знаете, детские игры закончились. Я вижу дверь. Там по-любому можно тентик. Да, можно тентик, и, наверное, придется всех. И зачем я Телаха лечил? Вот как всегда, да? Вроде пытаюсь как лучше сделать. Лечу всех, чтобы не сдохнуть окончательно. И за следующей дверью сразу же вот... О, стоять. Нет, 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 нет. Я вижу. Я вижу, да, я заметил. Древний меч. Легенда лучше. Ну ладно, если что, продадим. Какой жирный комар здесь летает. Фух. Ладушки. Идемте в барон. И всего лишь столько опыта, вы что, издеваетесь надо мной? Шутки мне тут шуткуете, да? Ну вот и замок Барон. Выплыли мы откуда-то. Сюда нам, окей.
Будем надеяться, что король хоть и обезумел и озлобел, но за своим каналом он следит и никакой гадостью убийственной не держит здесь. Иначе будет печально, если мы нарвемся на какого-нибудь гребаного водяного, который надерет нам гребаные задницы. Так, нам, наверное... Нет, нам не сюда, это ж точно. Сережа! Байган. Сережа, с возвращением в Барон. Байган, Голбис не руководит тобой? Никогда, я капитан гвардии, моя преданность государству незыблема. Вижу. Тогда присоединяйся и окажешь большую помощь. Да, сэр. А куда он мне вступил в отряд? Что-то не так? Здесь воняет, подобно монстру. Где? Рыбный запах. Не от тебя ли это пахнет, Байган? Что? У меня подарок для вас от моего господина Голбиза. Смотрите. Ну я ж говорил. Какой-то водяной решил надрать нам задницу. Ой, так у него еще и правые руки. И левая рука. Это отдельные монстры. Жги эту тварь, пожалуйста. Она еще жива? Регенерация мрази. Но будем надеяться, что Руки не умеет пользоваться магией. А вот это вот вообще-то было обидно. Видишь? Будь осторожен, Сережа. Пусто, да? Ну, знаете, если мы сюда пошли, значит, это сюжетно. Значит, это какая-то сюжеточка или что-то такое. Ну, кстати, да, сюжеточка, это же залы. Я совершенно случайно. Я собирался вообще-то на крышу, если кто не понял. Где, помните, мы в прошлый раз видели с вами. Король. Сережа, рад твоему возвращению, ваше величество. Вижу, ты стал паладином. Это нехорошо, Сережа. Мне это не по душе. Король барона. Король барана? Кто это? А, припоминай, это тот упрямый глупец, что не хочет подчиниться. О, да. И я занял его трон при помощи силы. Ха-ха-ха. Ты? Вам нужен король? Спокойнее, скоро вы его увидите.
Я хитрее Милона. Видите, меня сильно удивило, что он явился вам в своем истинном облике демона. Тогда ты... Так и есть, я демон воды Кайназа. Какая милаха. Но магов-то у меня нету. Что ты делаешь? Не надо. А у меня и лечилок-то нет. Телах, успей, пожалуйста. Ладно, ты вылечи его, пожалуйста. Тьма. Громыхни его, пожалуйста. Просто громыхни его. Так, чтобы он прям кровью какал. Скрытые под раковиной. Ну ты мразь вообще-то. Ладно. Теперь колупни его двоечкой, пожалуйста. Но он вроде всего лишь на 400 захилялся, да? Бразота. Сиди там в раковине, сейчас мы придумаем для тебя кое-что. Вещь. Эфир. На тебе. Чтоб ты такое, знаешь, знатненько офигел. Thank you.
Да. Чё, тебе не нравится? Фух. Прикольные демоны, они мне нравятся. Они классные. Чё, первый, что второй, вообще отличные, ребята. Ты самозванец? Ты-то кто? А, ты заплатишь за то, что бросил меня в эту зловонную дыру. Что? Сид! О, Сережа, где Роза? Она побежала за тобой. Голбис забрал ее. Голбис осквернил мои корабли, а теперь вот это? Мы должны спасти ее, ведь нас... Веди нас на воздушный корабль. Окей, но я думал полазить по городу немножечко, но да ладно. Кто этот странный старик? Это я старик? А себя-то видел? Я все еще молод. Достаточно, Сид, это мастер Тилах, великий мудрец. Это Янг, учитель карате из Фабула. А я Парам, белый маг из Мусидии. Эй, парни, это мой брат-близнец Палом. Так и есть. Почту за честь, сир. О да. Он знаком с манерами. Ты отдашь нам свой последний корабль? Хорошо. Он там, где никто не заподозрил бы. У нас нет времени. Тихо, следуйте за мной. Знаете, а такие мелочи, вот, например, да, сейчас вот. Хе-хе-хе-хе. Я не ожидал, что Кайназа окажется таким слабаком. Но он ничто по сравнению с тем, что вас ждет. Почему не вы сопровождаете меня в мире тьмы? А-а-а! В мире тьмы. Хе-хе-хе-ха. Ребят, давайте мы быстренько... Стены! Что стены? Здесь заперто. И здесь тоже. О нет, пожалуйста. Я не хочу становиться фаршем. Палом, Паром. Спасибо за все. Мы хотели бы остаться с вами, но что? Эти стены не смогут раздавить нас, а вас. Мастер Тилах Сережа стал нам другом. Позаботьтесь о нем вместо нас. Близняшки, нет. Готово, Паром? Да. Постойте, нет. Нет. Палом и Паром, камень. Палом, Паром. Как все внезапно. Лечение. Безрезультатно. Их желание исполнилось. Они окаменели. Глупцы, старик должен был первым принять свою долю. Понимаете, ребят, я... О, детки. Понимаете, ребят, я что прифигел-то? Я как бы уже привык к этим всяким жертвоприношениям и так далее. И это неудивительно. Но я сейчас просто сообразил, что маленькие дети... Спасли взрослых дядек, которые сильнее их. То, что, возможно, они не могли бы нам помочь. Но зато они смогли помочь нам сохранить жизнь, чтобы мы надрали пару задниц. И понимаете, их не... Они окаменели... Господи, как же это душно! Я не думал, что Final Fantasy 4 меня может удивить в сюжетном плане. Ой, я отомщу. Я отомщу за вас, кораблё. Голбис.
Тем временем. Господи, ребят, у меня батарея кончается. Похоже, Кайназа был побежден. Последний кристалл. Знаю, с ним вышло затруднение. А что, если Сережа добудет его для вас? Сережа? Роза у нас, и мы обменяем ее на последний кристалл. Это мысль, и мы покончим с этим. Я сообщу им. Каин, я покажу тебе, что твой симпатяга Сережа гораздо хуже меня. Ладно, ребят, у меня батарейка садится, так что давайте я на этом закончу. Так и быть, потому что не дотяну. Ставьте лукасы, пишите комментосы и подписосу сделайте, пожалуйста.